Сити-менеджер Читы Инна Щеглова не разрешила раскрыть размер своей зарплаты. Как пояснил глава города Евгений Ярилов, в соответствии с российским законодательством сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются конфиденциальными и относятся к персональным данным, которые можно раскрыть только при согласии со стороны самой Инны Щегловой. Ввиду отсутствия соответствующего согласия со стороны руководителя администрации городского округа город Чита Инны Щегловой, сообщаю о невозможности предоставления запрашиваемой вами информации. Об этом сообщил Евгений Ярилов. Напомним, в ранге зампреда правительства Забайкальского края в прошлом году Щеглова получала примерно 600 тысяч рублей в месяц.